Для счастья многого не надо. Порой хватает лишь выходных. О том, как эти выходные провести, чтобы было максимально интересно, расскажет наша афиша и я, Юлия Север. 13 марта в КРЦ «Художественно» открылась персональная выставка художника Татьяны Лариной «Дыхание весны». В экспозиции выставки представлено более 30 живописных работ. Татьяна Ларина в своих картинах рисует мир таким, каким видит его сама. В ее представлениях жизнь современной женщины должна быть наполнена светом, воздухом и яркими красками, миром и добротой. Хотите ощутить на себе дыхание весны? Добро пожаловать на выставку. Вход свободный. В галерее «Виктория» работает не менее интересная выставка «На холмах и в ямах», автор Александр Филимонов. Особенностью творчества художника является тонкая ирония, работа с историческими и культурными контекстами, изобретательность и использование самых разных материалов и техник. В своем новом проекте художник сам воспроизводит атмосферу вымышленного музея археологии. В центре зала располагается реконструкция раскопок древнего городища, а вокруг расположились загадочные находки. Выставка ждет своих посетителей ежедневно. Вход свободный. Запах легкого загара на сцене театра «Самарская площадь» 22 марта. Сюжет этой криминальной комедии остроумен и, казалось бы, невероятен. Но, как мы знаем, в этом мире все возможно. Вот и в этом спектакле судьба решает очень необычным способом соединить жизнь главных героев. В дом старой девы Юлии в день ее рождения врывается вооруженный зэк Рома, который, кстати, женщиной тоже никогда не был. И вот эти взрослые люди экстерном проходят курс познания интимных отношений, на которые обычно уходят месяцы и даже годы. Уморительно смешно и невероятно трогательно. Воскресенье, театр «Самарская площадь». За окном весна, а это значит, что сидеть дома ни в коем случае нельзя. Гуляйте, посещайте выставки и театры. А наша афиша поможет узнать вам о самом интересном. До свидания.